Здравствуйте, друзья. Итак, как же у нас дела в августе? Событий много, но они в большинстве своем не связаны с айкидо. Тем не менее, мимо некоторых я пройти не могу. Я хочу пожелать выздоровления Алексею Навальному и надеюсь, что такая омерзительная вещь, как политические покушения, уйдут в прошлое вместе с теми омерзительными людьми, которые их планируют и совершают. А братскому народу Беларуси я желаю силы, мужества, солидарности. Я желаю вам, чтобы это тяжелое время скорее миновало, и чтобы вы показали нам хороший пример того, как из гнилого авторитарного режима можно построить счастливую демократическую страну. Живе Беларусь! Что же касается новостей айкидо. Как вы можете догадаться по безобразию, которое продолжает расти на моем лице, я вас не могу порадовать долгожданной новостью. Нет, наши залы до сих пор закрыты по постановлению. Теперь до 30 августа. Что же произойдет после 30 августа, мы снова посмотрим. Но теперь у нас есть возможность в ограниченном формате проводить занятия на татами, благодаря моему хорошему другу. Спасибо. В связи с этим занятия онлайн потеряли свою актуальность. Тем не менее, если у вас есть вопросы, задавайте в Дискорде, конечно, я на них отвечу. Мы будем стараться выкладывать больше видео с демонстрациями, поэтому если вам нравится то айкидо, которым мы занимаемся, подписывайтесь на наш канал. Вот, собственно, пока и все. А всем хорошим людям, как всегда, желаю не болеть.